Смотрят на нас с экранов телевизоров да с плакатов глянцевых наши кумиры. Хочешь такого себе в мужья или в жены заполучить? Даем инструкцию по нахождению своей половинки среди звезд. Знай, что жоников в столице больше, чем невест. А скоро это запашные. Потомственные дрессировщики, братья Запашные, завзятые холостяки. Еще бы, куда им торопиться? Красивые, успешные, холеные, не бедные. А, то есть, подожди, стоп, это упрек, да? Нет, не упрек, констатация факта. Как и то, что образ жизни братьев – молоко, гантели, девушки. У последних остроумие, находчивость и начитанность братья оценят, но только чуть позднее. Если пройдут девицы главную проверку. Не, ну это неправда, когда люди говорят, мне самое главное, что душа. Какая душа, когда ты смотришь, первый раз видишь человека, о какой душе может быть разговор? А тело, между прочим, тело, оно и говорит о душе. Ведь когда человек идет в некрасивом теле, это говорит о том, что душа не отвечает за внешность. Переводим на русский классический. В человеке все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и тело. Ну, как у дежурной. Ну, вы мне подходите. Как я вам. Так я уже замужем. Блин, черт. Хватит, никакого интервью. Ах, мужчины, звезды они или нет, все ж так наивны. Думают, что о женщинах знают все, а забывают, что ради интриги настоящая светская львица, например, Собчак Ксения, на многое пойдет. Если ты вот прямо рассказываешь без преувеличений то, что происходит, не всегда это бывает интересно. А так, тут приврал, там приврал, у тебя уже история с детективным сюжетом. Ты сам москвич, на сердце руку, и все остальное Ксении, претендующий фантазер, тогда это тебе не испугает. Главное, и дальше соответствует основным критериям штучки гламурной. Мне нравятся богатые толстые подонки. Вот делайте со мной, что хотите. Кстати, о подонках. Илья Данильченко из группы «Динамит». Мачо с репутацией подонка прославленного. Зато без штампа в паспорте. И вовсе не толстый, а совсем даже наоборот, спортивного телосложения. Все считают, что я такой спортсмен, там, несколько лет хожу в спортзал, очень крутой, там, весь такой, всех тяну в спортзал. Не потому, что я люблю спорт. Нет, я его ненавижу. Я люблю инструкторш. Инструктирую. Инструкторшей быть не обязательно. Достаточно проявить некоторую активность на концерте. Желательно в первом ряду. Титьки Форева. Она выходит в первый ряд. И майка так задирает. Поверьте мне. Наверное, я даже брошу микрофон. Если козырять бюстом не позволяет убеждения, есть-есть в столице и по вашу душу скромный униженатик. Зверски стильный и зверски утонченный. Цепляет скромность. Цепляет ранимость, слабость, в то же время вдруг такая мощь и сила. Поняли, чем цеплять? Не поняли? Ну, тогда маэстро объяснит на пальцах. Дорого, богато. Вот не надо. Не надо, не надо совсем. Вот чтобы быть заметной, не надо вот так. Ёлка респект такая, последний путь, все собрала, все на себя одела. И сразу вот дура. И надо очень долго копаться. А копаться времени нет. Ни у кого из звезд. Для нас с братом на первом месте работа. Меня дома не бывает месяцами. У меня нет времени ухаживать. Знай, москвич одинокий. Ухаживать придется тебе. И тебе же ждать, и тебе же делить знаменитость свою с поклонниками. Так что потенциальные московские женихи и невесты может лучше замахнуться на нечто менее пафосное. Девушка, давайте поженимся. Вы бы, молодой человек, для начала имя мое спросили, прежде чем предложение делать. Гвидон. Олимпиада. Дежурная по рубрике.